Точно, наверное. Так, через него вынимаем. Одно. Ботул сразу отсюда возьмем. И нахуй выкинем. Ой-ля-ля, на 8 ключиком откручиваем вот так. Товарищ этот. Начал стучать как дебил. Так все замечательно улетает. Резьба у нас, как вы видите. Вот они, наши запчасти, которые пришли. Видео про них вы можете посмотреть. Продолжаем наше очень интересное занятие. Надо поставить этот атомайзер внутрь так, что вот этот вот прорезь надо так, как буквы C, была в сторону двигателя. Ставить мы его сейчас будем вот так вот, сначала уроним туда. Пробуем вот туда восьмерочкой забить. Ну что, восьмерочка чуть-чуть большеватая. Попробуем забить его туда семерочкой. Семерочка, кажется, самый раз. Вот. Ну а теперь мы просто берем этот и ввинчиваем его туда на место. Тем же самым добрым ключом на 8. Чуть-чуть подкручиваем. Пошли?
Он не знает, что это не просто. Он не знает, что это не просто.